православный проект посвящен столетию со дня мученической кончины царственных старотерпцев, императора Николая II и членов его семьи. Торжественное открытие выставки началось с молебна, после чего митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава поприветствовал всех собравшихся. Проект проходит в Чебоксарах 8-й раз. Его любят и ждут местные жители и гости города. В последние годы выставка посещает большое количество новоцерковленных людей, среди которых и семейные пары, мамы с детьми, пенсионеры и даже молодые люди. На выставке представлены чудотворные иконы из разных храмов и монастырей со всего мира. Люди просят о всем, что у них наболело на душе. Чаще всего приходят с какой бедой? С духовной. Впоследствии, конечно же, человек понимает, что от духовного какого-то неправильного поведения в нем происходят телесные болезни. Конечно же, человек исцеляется и от телесных болезней. Сейчас, в общем-то, в нашем современном мире больше такая проблема – это семейная. Поэтому люди очень часто обращаются к Пресвятой Богородице именно о решении их семейных проблем. Воспитании детей, о том, чтобы в семье был лад, взаимопонимание, ну и, конечно же, любовь. Участие в выставке принимают более сотни храмов, монастырей, подворий Русской Православной Церкви из России, Беларуси, Украины, Молдовы, Греции, Палестины. На выставке посетители могут приобрести различные иконы, церковную утварь, ювелирные изделия, травяные сборы, монастырский мед и многое другое. Выставка работает до 20 мая в МТВ-центре. Сабина Вишневская, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.